Акция по сбору подписей в поддержку мирного населения Восточной Украины прошла по всей России. Мурманск не стал исключением. Основная цель – сбор подписей граждан под открытым письмом к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну. Часть из них уже была передана в МИД России. Люди подписываются под требованием осудить агрессивные действия киевских властей и обязать к переговорам с народными лидерами Юго-Востока, а также привлечь международные организации к помощи в ликвидации гуманитарной катастрофы. По предварительным подсчетам, волонтеры одного из общественных движений собрали в Мурманске несколько сотен подписей. Причем свою гражданскую позицию выражают люди как старшего, так и молодого поколения. Подписи очень много, да, отзываются. Люди реагируют живо. И, потому что у многих там на Юго-Востоке, вот даже вот у мурманчан, родственников, друзей, и люди очень активно к этому относятся, конечно.